Давайте! 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 Берегите пенсне, киса! Сейчас начнется! Господа! Господа! Неужели вы нас будете бить? Да еще как! Осторожнее! Пижоны! Что же вы не бьете своего гроссмейстера? Вы, если не ошибаюсь, хотели меня бить! Прощайте, любители сильных шахматных ощущений! Да здравствует клуб четырех коней! Ура, товарищи! Утро застало концессионеров на виду Чебоксар. Остап дремал у руля. Ипполит Матвеевич сонно водил веслами по воде. Синие купола Чебоксар плыли в стеклах Воробьянинова, словно корабли. Взошло солнце. Доброе утро, предводитель. Бонжур. А, кажется, Чебоксары. Отлично. Здесь мы продадим наши трофеи. Я думаю, тогда нам хватит денег, чтобы добраться до Пятигорска. Там мы подождем театр. Остап вытащил путеводитель и справился. Судя по всему, Чебоксары. Так, так, так. Обращаем ваше внимание на очень красиво расположенный город Чебоксары. Киса. Он в самом деле красиво расположен. В настоящее время в Чебоксарах 7702 жителя. Киса, давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до 7704 человек. А? Это будет очень эффектно. Откроем птишво. И с этого птишво будем иметь верный гран-кусок хлеба. Птишво — это такая игра, распространенная в 19 веке, типа рулетки, но там лошади бегут на перегонки. Вот карта Чебоксар с указанием достопримечательностей. И что же мы видим? Список достопримечательностей. Памятник Николаеву, памятник Гагарину, памятник Яковлеву, памятник кому-то еще. А вот здесь вот находится памятник Кисе и Осе и 12 стульям. А он тут не обозначен. Бульвар купца Ефремова. Чебоксарский Арбат. Наши персонажи находятся в самом его начале. Ну что, киса, увеличим население Чебоксар на 2 человека? Клуб, черная буква на черном фоне, прекрасно читается. Клуб четырех коней. Но он почему-то закрыт напрочь. Прогорел. В этом же доме выступала Крупская перед трудящимися города. Эх, киса! Мы чужие на этом празднике жизни.